В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, начинаем наше изыскание. Сегодня мы продолжаем наши работы. Сделали мы вчера вот эту часть. Вот эту часть мы вчера сделали. Вот видно на нашем. Вот она часть. Установили первую картину, зафиксировали ее. И сейчас для того, чтобы нам устанавливать вторую картину, мы должны сделать вот эту часть, то есть вот этот, вот эту низ. То есть мы должны сделать окончание гребня. Но окончание гребня мы уже делали. Полукруг. А сейчас сделаем окончание гребня. Вот смотрим на выкройке картины. Окончание гребня мы сделаем под 45. Вот у нас есть здесь вот расстояние на отгибку. Сейчас нам надо отрезать 45 и подрезать вот эту вот заштрихованную часть. Убрать. Что мы сейчас и сделаем. Для этого мы используем специальный инструмент. Это зажим карнизный. Вот, вот так вот он выглядит. То есть, как вы видите, у него есть часть для гребня, который полукруг, и вторая часть это для гребня, который под 45. Вот. Мы будем использовать сейчас гребень под 45. То есть мы его что? Мы просто его устанавливаем. Вот так вот. Устанавливаем. И чертим нашу линию. Чертим нашу линию. Вот эту линию, которая у нас под 45. Так. Вот так она прочертилась у нас. Вроде так видно. Видно, что 45. Так, немножко сейчас мы ее подрисуем. Вот эту линию немножко. А сейчас приложим. Так вот. Вращение у нас 45. Вот. А то, что у нас будет сверху, то, что у нас будет сверху, вот эта часть, то есть она у нас на рисунке заштрихована, то есть мы ее должны подрезать. Мы ее должны вот так. Ножницами отрезать. И мы ее сейчас подрежем. Нет, подрежем. Так, если мы ее... Так, попробуем отсюда. Что у нее будет? Так. Теперь мы загнем.
Кстати, разгибать. Сейчас я покажу еще одни зажимы. Вернее, клещи. Сейчас покажу еще одни клещи. Вот такие вот клещи. Они чем хороши? У них есть вот здесь вот такая собачка. Если мы ее поднимаем, то он раздвигается. Вот эта собачка, вот она раздвигается. Вот здесь у нас дюйм, вот здесь дюйм. Но это американская фирма Тапка. Фирма Тапка. Ими тоже очень удобно. Вот, очень удобно все вот эти операции сделать. Вот, сейчас мы попробуем выпрямить. Вот, удобно. Она сразу, дело все в том, что у нее такой вот четкий плотный зажим, и она сразу же все линии нам разгибает. Вот эту сторону можно отогнуть вот таким образом. Эти как идеально распрямляют все линии, просто идеально. Здесь у нас расстояние, 25. Здесь у нас расстояние 25. Должно быть 25, но оно так и есть. То есть нам надо отрезать вот эту часть. Вот эту часть нам надо отрезать. Все по нашему. Вот здесь она уже отрезана, поэтому здесь ее не видно. То есть мы сейчас фактически подготовим. Готовим наш срез к тому, чтобы нам уже дальше здесь работать. Все, подготовили. Так, огрызки. Все обрезки отдельные. Так, все, подготовили мы этой картиной, завершили мы работу. Ну вот, а теперь мы приступаем к второй картине. Так, приступаем ко второй картине. И что у нас вторая картина? Это вот она. То есть мы должны тоже ее расчертить, так как у нас на чертеже, на нашей выкройке. Ну, а выглядит она следующим образом. Если мы ее сейчас на нее посмотрим, вот эта картина у нас на месте, мы ее подрезали, и теперь нам надо вот эту картину, с этой картиной поработать. Сделать ту же складку, провести биссектрису. И начинаем мы. Работаем, продолжаем нашу работу. Так, и мы сейчас берем нашу заготовку. Ну, фактически это картина. Вот что мы делаем? Мы сейчас что делаем? Она у нас вот так будет. С правой стороны всегда у нас большая отгибка 45. Слева у нас маленькая отгибка 35. Малая отгибка, большая отгибка. Так, отмеряем сверху. Сверху отмеряем. Так, сверху отмеряем 20 сантиметров и 200 миллиметров. Так, проводим линию треугольником Свенсона. Нам надо провести линию четко перпендикулярно. Провели. Так, расстояние у нас здесь 200.
200. И мы сейчас еще одну линию проведем. Так, это у нас будет на Wasserfalls. Wasserfalls или Waterchek по-английски. Или по-русски гидробарьер. Или гидробарьер. Отгибка гидробарьер. Вот она у нас 440 миллиметров. 40 миллиметров. Проводим линию. Так, 40 миллиметров. Так. 40. Так, 40. Ну и здесь у нас проверяем, здесь он должен быть 20 сантиметров, 16, ну вот у нас минимально должно, вот у нас 15, а у нас еще немножечко, один где-то полтора сантиметра, еще и плюс, то есть 150, вот это расстояние у нас 150 должно быть, оно у нас больше, все, здесь мы попадаем. Далее, что мы здесь должны? Далее, значит, у нас идет здесь. Нам надо будет все эти линии, вот эти все линии выпрямлять. Вот отсюда. Не линии, а отогнутые кромки. Так, отгибать мы будем. Я уже говорил. Можно вот этими клещами конвертными, а можно отгибать вот такими клещами. Тапка. Очень рекомендую. Хорошие очень клещи. Вот так они вот работают. Если надо, например. Ну вот хотим, и вот у нас идет, например, по линии мы что-то делаем. Мы не будем терять время на открытие, да? Вот так вот. Вот. Ну, начинаем отгибать. Тихонечко. Тихонечко начинаем отгибать. Здесь надо... Ну, так вот по линии отгибать. Сгибаем не сразу. И она.